Всем доброго времени суток, и сейчас мы с Артемом Капустиным продемонстрируем для вас самые интересные фрагменты второго этапа нашего ежегодного, вот уже третьего Кубка Феникса по блицу. Второй этап, так же как и первый, собрал весьма достойный состав участников, а по качеству партий и по, скажем так, по их интересности, как мне кажется, он даже произошел первый этап. Артем, ты согласен с таким вот утверждением? Да, конечно. И, ну, также хотел тебя добавить то, что я, как и многие зрители, посмотрел обзор первого этапа, и он оставил в основном положительные впечатления у зрителей, и некоторые из них выразили как раз пожелание, чтобы обзор был в формате диалога, и поэтому Никита решил меня позвать для записи обзора номер 2. Да, и вот мы попытаемся организовать диалог. Как получится, решать вам. Ну, поскольку я после долгого перерыва решил все-таки сыграть в турнире Феникса, который набрал количество участников близко к рекордам, то это стало еще одним фактором, почему мне этот турнир оказался интересно прокомментировать. Давайте да, смотреть. И вам еще предстоит увидеть творчество Артема в этом обзоре, но не сразу. Из первого тура, как и всегда в первом туре, разница в классе соперников была достаточно велика, практически во всех парах. Но, тем не менее, интересные моменты были, и вот мы выбрали для показа партию Тиграна Карапетяна, молодого новороссийского шахматиста, хорошо мне знакомого, против одного из лидеров шахматного Феникса, по крайней мере, в плане силы игры в блиц, Алексея Коновалова. Тигран играл белыми, и здесь у нас был разыгран вот такой вот довольно редкий вариант славянской защиты с ходом Е5. Насколько я помню, он называется вариант Виновера, так же, как и широко известный вариант в французской защите. Де это правильный ответ и принципиальный. Ну вот идея в черных в том, что они забирают ферзем эту пешку. То есть выглядит совершенно антипозиционно, и кажется, что сейчас черные потеряют несколько темпов. Но, во-первых, структура в центре для них благоприятна, а во-вторых, они как бы тоже парочку темпов на коне c3, e4 они забирают. То есть такого же колоссального отставания в развитии здесь у черных нет. Тем не менее, как мне кажется, у белых чуть более приятная позиция. Пешка d4 одновременная сила и слабость, но все-таки недоразвитость королевского фланга, то есть слон на f8 и конь на g8, они сказываются. Ну и белые начинают штурм на ферзевом фланге c5. Опять же, ферзь на e5 попадает под бой, а слон d6 так легко не выведешь. То есть Алексей здесь попытался предпринять какие-то контрмеры на королевском фланге, но белые явно быстрее. И вот после слон e7 они уже приступают к прямой атаке. То есть c6, b6, ферзь e2, слон d6, такая вот небольшой контрвыпад висит на h2. Белые просто играют h3, король b8, и теперь пешка а идет вперед и продолжает разламывать защитные сооружения черных. Хотя h на e8, а5, слон d5, ну и вот здесь вот, в принципе, Тигран, который до этого момента прекрасно проводил партию, упустил возможность нанести решающий удар. Дело в том, что в этой позиции белым надо было играть АБ, ну и теперь на АБ белые отвечают ферзь А6 и побеждают, а на ферзь Б6 у белых вот есть ход ладья А6, который, как мне кажется, Тигран и не заметил. Теперь на ладья e4 и слон e4 белые берут ферзя с шахом. Ферзя не так много полей для отступления, в принципе одно, только c7. Ну и на ферзь c7 у белых есть ход ферзь b5 тоже с победой. То есть таким образом Тигран мог сразу победить, но он сыграл ферзь f3, это достаточно грубая ошибка, и вот здесь вот Алексей мог перевернуть течение борьбы на 180 градусов. То есть Алексей сыграл слон b3 e4, это ход неверный, а сильнее, причем значительно сильнее, была ладья бьет e4. Теперь после ладья бьет e4 черные не бьют, ладью играют ферзь c6, пользуясь вот этой вот связкой. Ну и компьютер здесь подтверждает, что, как ни странно, уже именно у черных уже небольшой перевес. После слон бьет e4, ладья бьет e4, белые снова захватили контроль над позицией, ну и к тому же Алексей допустил еще одну ошибку. Взял на c6, ну и здесь вот Тигран побеждает красивой геометрией, то есть ладья e8. Сразу много фигур обоих висит, но проигрывают именно черные. То есть на ферзь бьет f3 следует ладья бьет d8, шах, промежуток, и потом взятие ферзя. На ладья e8, очевидно, ферзь c6, ну а на ферзь d8 Как и было сыграно в партии, последовала АБ, и белые развили решающую атаку. Ферзь Е5, попытка создать контр-розы, но здесь белые легко с ними справились. Можно было сразу провести ферзя, и шах на H2 не страшен. Но Тигран тоже сыграл достаточно сильно, ушел из-под всех шахов и закономерно победил. Ну, на мой взгляд, весьма сильно проведена белыми эта партия. И лично мне кажется, то, что Алексей все-таки ходом позже обнаружил вот как раз вот этот ресурс ладья e4 и ферзь c6, но был слишком поздно. То есть получилась та же связка, но гораздо худшей редакции. Ну, то есть ты считаешь, что вот здесь Алексей уже видел, что можно брать... То есть на c6 брать нельзя, но просто не нашел ничего лучше? Ну, я думаю, он когда взял слоном на e4 и уже взял на c6, он, мне кажется, как раз в этот момент увидел свою ошибку. Ну, в этот момент и Тигран тоже увидел ошибку черных и наказал. Да. Ну, то есть, наверное, здесь надо было какой-то другой ход делать. Другое дело, что позиция, конечно, все равно очень привлекательна. Ну, может быть, вообще попробовать b5, просто запереть все. Еще, наверное, не совсем проиграно все-таки. Но после ферзь c6 шансов больше не было. Ну, а положение после первого тура вы можете сейчас видеть на своих экранах, как можете убедиться, большинство рейтинг-фаворитов турнира одержали победу. Ну, собственно, мы как раз и выбрали для первого тура такую партию, где уступающий в рейтинге соперник смог не только навязать борьбу, но и к тому же победить. Ну и к тому же, как мне кажется, партия достаточно неплохого качества все-таки, особенно со стороны белых. Да. Ну, а в качестве самого интересного фрагмента второго тура мы выбрали партию Руслана Гнечко с Дмитрием Сытником. Руслан играл белыми, и здесь у нас был волжский гамбит. Причем, если вы помните, в первом этапе тоже было достаточно много волжских гамбитов, в том числе в обзоре. И тоже белые практически никогда не принимали жертву, то есть не играли ЦБ. Там особенно отличался Андрей Татаров, он играл ферзь c2. Но здесь Руслан тоже не берет на себя, делает ход А4. В целом у хода А4 идеи в чем-то схожи с ходом ферзь c2 БЦ. И получается вот такая вот структура, достаточно стандартная для волжского гамбита, причем даже для принятого волжского гамбита. Разница в том, что у черных жива пешка на А7, но с другой стороны, все-таки белые не настолько сильно проседают в развитии, как в основных вариантах. Ну и то, что пешка на А7 жива, это еще не факт, что в пользу черных, потому что, соответственно, давление по линии А тоже организовать не получается. Тем не менее, как мне кажется, у черных здесь весьма приятная игра. Ход F3, на самом деле, палка о двух концах. С одной стороны, он помогает укрепить центр, с другой стороны, черные поля несколько свистят. И вот Дмитрий пытается этим пользоваться. H5, скрываясь на G7, такой вот рентген, на ладью А1, ладья А2. Профилактика. Не совсем убежден, что ладья А2 здесь верный ход, с другой стороны, и идея, безусловно, есть. Ферзь c2, слон d4, король h1. Ну и вот здесь вот, в принципе, ферзь c7 вполне логичный, достаточно сильный ход. Ну, также заслуживало внимания ферзь b8. То есть, помимо того, что черные просто усиливают давление по линии b, у хода есть вполне такая, не то что защитная, но профилактическая идея. Белые хотели бы развить слон d2 и отбросить ладью с b4. В принципе, это возможно и здесь, но в форсированном варианте, который возникает после таких вот разменов, белых не хватает пешки, компьютер считает, что дела белых совсем не так уж плохи, определенная компенсация за счет двух слонов и преимущество в пространстве белых есть. Но, как мне кажется, все-таки за победу здесь борются черные. После хода ферзь c7 удалось Руслану отбросить ладью, но ни в каком перевесе белых по-прежнему речи не идет. И вот здесь, вот, скорее всего, белым стоило все-таки убрать слона из-под боя, сыграть, возможно, слон e2, потому что после f4 черные захватили инициативу. То есть у белых преимущество в пространстве, но для того, чтобы преимущество в пространстве имело сколько-нибудь серьезное значение, необходимо, чтобы на доске было больше фигур, в частности, легких фигур. Потому что, ну, основной смысл преимущества в пространстве в том, что далеко надвинутые пешки, и они позволяют отнимать удобные поля у легких фигур соперника. Здесь же, во-первых, слон, чернопольный слон, очень силен, и пешки f4, e4, d5, c4 совершенно не мешают ему работать на полную катушку. Ну, а конь на h5 он хоть стоит пока не идеально, но у него много хороших клеток, в частности, поле f6. Таким образом, преимущество пространства — это здесь только минус позиции белых, потому что все поля за этими убежавшими пешками оказываются ослабленными. Ну, попытался Руслан здесь организовать контр-игру, пошел f5, но большого облегчения это не принесло. В принципе, Дмитрий достаточно уверенно здесь наращивал давление. Обратите внимание, у белых очень много слабостей в центре. Ферзь b3 сильный ход, то есть черных совершенно не пугает размен ферзей. Более того, не могут его только приветствовать, потому что еще сильнее, если можно так сказать, сильнее ослабляются пешки c4 и e4. Поэтому Руслан не стал брать. Позиция осталась крайне незавидной. Но обратите внимание, что на этой стадии партии у Дмитрия осталось всего лишь 10 секунд. И, возможно, это помешало ему в дальнейшем находить сильнейшее решение. Тогда конь d4, cd, слон g5. Ну, слон g5, видимо, просто зевок, что теряется на e4. Тем не менее, позиция все равно неблагоприятная. Для белых слон e7. Ну и вот здесь вот у черных был прямой выигрыш. Причем не очень сложный, но все-таки стоит сделать скидку на то, что у Дмитрия в этот момент оставалось 9 секунд. Здесь побеждал ход d3, после чего пешку брать нельзя из-за вилки на f2. Но если ее не брать, то она просто идет на d2, потом черный играет ферзь c1 и легко выигрывает партию. То есть это был стопроцентный голевой момент, но последовало ферзь f2. На самом деле очень грубая ошибка, потому что оказывается, что после размена ферзей белый король в квадрате пешки d. И здесь уже у черных нет особых шансов на победу. Король e1. В принципе, позиция остается примерно равной и неясной, но чтобы поддерживать ее в таком состоянии, необходимо было или сейчас, или, по крайней мере, до одного из следующих ходов сделать ход а6. Ну, во-первых, пешка белых фиксируется на черном поле, что для белых невыгодно. Во-вторых, что намного важнее, черная пешка уходит с черного поля, и белые лишаются очень важной идеи а6. Слон d8, слон b6 с пробегом пешки а. Как вы сможете увидеть, в партии именно эта идея за белых и прошла. То есть здесь, ну, слон b6, видимо, тоже работал, но слон b8 проще. Белые съели ключевую пешку, но после конца 5 оказалось, что пешечный эндшпиль легко выигран, потому что черный король не может удержать одновременно пешки а и d. На мой взгляд, достаточно обидное поражение для Дмитрия, который, ну, как мне кажется, до 33-го хода, точнее, блестяще проводил партию и в целом переигрывал своего более сильного оппонента. Что, Артем, какие у тебя впечатления остаются после вот такой вот демонстрации силы со стороны черных и такого обидного зевка? Ну, конечно, кроме как цветнот, трудно найти другую причину поражения черных. К тому же и в эндшпиле были большие шансы на победу. Даже несмотря на то, что были голевые моменты, но все равно позиция оставалась неплохой. Ну, что тут скажешь, это блиц, и, в принципе, расход времени является тоже неотъемлемой его частью. И если в каждой партии систематически оставлять себе секунды на часах, то неизбежно на флажке будут просчеты, ошибки и потерянные очки. Ну, пользуясь моментом, скажу то, что больше 50 участников проголосовало за турнир с длинным контролем. Мы обязательно прислушаемся к этому мнению и, возможно, когда-нибудь организуем. И у вас будет всегда время, чтобы реализовать выигранную позицию. Да. А следующим шагом в развитии нашей группы будет проведение турниров по переписке. Тогда уже для ошибок вообще места не останется. Ну, таким образом, после второго тура, к сожалению, мы не можем показать вам табличку по той причине, что ее не существует в природе. Но, в принципе, большинство фаворитов все равно одержали победы, и мы переходим к рассмотрению лучших моментов третьего тура. Ну, такая красочная позиция партии Виктора Шапира против Владислава Чижикова, но все-таки начнем по порядку. Тут была разыграна староиндийская защита. В последнее время Владислав, по крайней мере в наших турнирах, достаточно часто ее применяет. Ну и слон g5. Так называемая система смыслова, как мне кажется, Весьма достойное возражение на стороне Дика, хоть и редко применяющееся. И неприятное, по крайней мере, психологически неприятное для черных, потому что все основные варианты, они так или иначе связаны с подрывом центра белых путем Е5 или С5. Ну а здесь, безусловно, и С5, и Е5 провести можно, но подрывом в полном смысле этого слова это не будет, потому что пешка на Е3, она поддерживает все черные поля, поддерживает свою соседку на поле d4, поэтому e5 и c5 несколько теряют в силе. Ну, как мы увидим, Владислав все равно, в принципе, достаточно типичным образом завершил развитие, провел e5, b4, a5. Ну вот, не совсем уверен, кстати, что опять правильное решение, потому что, ну, как бы, есть такой принцип, правило, что не стоит двигать пешки на той стороне доски, где вы слабее. Как мне кажется, Виктор мог не то что наказать, но, по крайней мере, высветить недостатки этого подхода, вот здесь сыграл b5. А вот ход a3 вряд ли здесь самый точный, по крайней мере, линия А для черной ладьи вскрывается. Это дает в будущем основание для некоторых контр-игры. Ну и вообще мы можем видеть, что вроде бы у черных все неплохо, но со структурной точки зрения есть некоторые проблемы. То есть нужно налаживать контр-игру. Ну, не совсем понятно, как это сделать, потому что на стандартное для таких позиций взятие на d4 черно-белый побьют не конем, а пешкой. И снова будут держать все поля. Один из планов связан с проведением e4 и организацией какого-то давления на королевском фланге, но, как вы можете видеть, черные фигуры расположены для этого плана не лучшим образом, а слон белых вариантах может вернуться на f4 и на g3 и начать оказывать давление по этой ослабленной диагонали. Поэтому с этой точки зрения ход опять понять можно, тем более, что Виктор отреагировал не лучшим образом. А3. Здесь после взятия конь Е4, казалось, что черные подменивают одну легкую фигуру. Это для них крайне приятное обстоятельство, потому что черных не достает пространства, и размены легких фигур для них выгодны. Эту тему мы уже обсуждали в предыдущей партии. Но здесь слон F4 тоже, как мне кажется, не оптимальный ход. Все-таки стоило заманить ладью на Е4, потом прогнать ее, и потом сыграть слон F4. Это давало белым лучшие шансы по сравнению с тем, что получалось в партии. Одно из преимуществ такого подхода в том, что черные не могут провести c5, просто по той причине, что белые возьмут, и коня тоже возьмут. Ну а после слона f4 как раз у Владислава был такой шанс. Ладья c3, ладья a2, слон d3. Ну и вот здесь, вот, мне кажется, b6 ход неправильный. Стоило воспользоваться здесь динамическими особенностями позиции, провести c5. Ну, вроде как белые должны брать на c5, и теперь черные бьют конем, и брать коня нельзя из-за того, что подвисает на c3. Ну и вы можете видеть невооруженным взглядом, что все фигуры черных резко активизировались. Конечно, у них есть некоторые недочеты, скажем так, в пешечной структуре. Пешка d6 изолированная, достаточно слабая, но все-таки стоило пойти на это продолжение, потому что после b6 казалось, что у белых есть достаточно неприятное возражение. Виктор провел c5. Вообще, я должен сказать, что Виктор проводил эту партию, пусть не всегда сильнейшим образом, но очень, очень энергично. c5, bc, bc. Ну и вот здесь вот вообще довольно странно, если честно, что Владислав здесь не воспользовался такой вот тактической особенностью позиции, именно тем, что ладья на c3 не защищена. Здесь у черных был ход сердца 5, после чего, не знаю, полностью ли они решали свои проблемы, но, по крайней мере, это было намного сильнее, чем то, что черные избрали в партии. Владислав сыграл слон f8. Ну, видно, что ход очень пассивный. Действительно, если черным дать время, они, возможно, перевели бы коня на d5. Позиция стабилизировалась бы, но видно, что у белых наверняка найдутся способы здесь каким-то образом наказать здесь черных за такое пренебрежение темповой игры. Ну и самым простым способом высветить недостатки последнего хода был ход слон c4. В принципе, вполне логично. И теперь на отход ладьи белые играют конь g5. d5 черные ответить не могут из-за того, что подвиснет ферзь. На f7 висит очень серьезно, и белые здесь просто побеждают. Ну а Виктор, против почти полминуты, сыграл d5. И действительно, ход сильный, и, ну, эстетический ход производит хорошее впечатление, но все-таки слон c4 объективно значительно больше проблем перед черными ставило. d5 Владислав сыграл cd. ну, кажется, что d5 была ошибка, теперь нельзя брать на d6, потому что подвисает на c3, ну вот промежуточный ход ферзь b3. Висит на 2, ладью приходится убирать или защищать. Владислав предпочел ферзь a7. Белые отыграли пешку, ну и захватили инициативу. Мы видим, в этом варианте все фигуры черных оказались перевязаны. Ну и в дальнейшем Виктор нашел, улучшил момент, чтобы произвести вот такой вот выгодный размен. Белые получили перевес, начали, правда, в дальнейшем действовали не совсем лучшим образом. У черных были некоторые шансы на спасение, вот в частности, в этой позиции не стоило играть g5. То есть практически любой ход был сильнее, можно просто стоило дать белым взять на g6 два раза, после чего у белых оставалось 2 против 1 на королевском фланге, но шансы на спасение оставались. То есть одним из возможных защитных ресурсов было действительно отдать пешку на g6. После этого, когда белые образуют проходную на королевском фланге, просто отдать за нее слона и играть позицию ладья против 2 слонов и коня. Этот эндшпиль считается выигранным для сильнейшей стороны, но в блице выиграть его очень тяжело. 3 фигуры скоординировать, ну, в принципе, непросто. Ну и, на самом деле, даже когда король черных уже оттеснен к краю доски, там всегда появляется достаточно много патовых ловушек. Ну, а после g5 у Владислава здесь не оказалось никаких ресурсов к сопротивлению, и Виктор легко довел партию до победы. Кстати, как мне кажется, стоит отметить, что Виктор первым из всех шахматистов нашей группы в одном из недавних турниров смог выполнить норму гроссмейстера Феникса. Правда, забегая вперед, скажу, что это произошло не в том турнире, обзор которого вы сейчас смотрите. Да, на следующий день. Да, вот, если честно, даже немного странно, потому что, ну, в принципе, Виктор, не могу сказать, что играл очень сильно в том турнире, который мы сейчас рассматриваем, но на следующий день он просто показал высший класс, всех обыграл и 100% результатом победил в турнире. Ну, по поводу этой партии тоже хотел бы отметить то, что Владислав сказал после партии то, что они уже играли с Виктором в предыдущих турнирах и разыграли опять ту же схему, что, в принципе, видно по их показаниям на часах к 20-му ходу, когда Виктор потратил всего 10 секунд, а Владислав, ну, секунд 30. Но, как мне кажется, вот один из первых самостоятельных ходов, он привел к игре на отбой. То есть, вот эта позиция у них уже была? Ну, не конкретно эта позиция, но то, что, ну, видишь, 20 секунд и 10 секунд потрачено. Да, Виктор играл очень быстро, у меня такое ощущение, что, может, вот эта позиция у них уже стояла. Ну, скорее всего, да. Да, но здесь Владиславу все-таки, наверное, надо было играть c5, как мы уже, в принципе, сказали. Так что если Владислав и пытался каким-то образом подготовиться, либо приготовить сюрприз сопернику в этом противостоянии, то у него это не получилось. В общем, ждем продолжения этого. Продолжение этого противостояния в 3-м этапе. Я думаю, что шахматисты вполне могут снова попасть этим же цветом. И мы все-таки увидим усиление за черных в данном варианте сторондейки. Так, я так понимаю, Игорь с Антоном играли уже в 4-м туре, да? Нет, по-моему. Тоже в 3-м. Ну, в общем, я не уверен на 100%, но сделаем вид, что партия была сыграна в 3-м туре. Белым играл Игорь Куделя, шахматист, опять же, из Новороссийска, который достаточно недавно присоединился к группе, но играет часто, играет стабильно и показывает достаточно высокие результаты. Уже, насколько я помню, вошел в топ-10 Феникса, или, по крайней мере, очень близок к этой отметке. Вошел. Ну вот, и Игорь... После этого турнира. Да, Игорь тут играл свою излюбленную схему, дебют Вереса, ладья d4, конь c3, слон f4. Ну, мне кажется, в принципе, сильнейшая реакция на эту схему за черных — это проведение c5, причем сразу. Слон f5 тоже имеет некоторый смысл, но вот тут есть за белых вот эта вот идея, связанная с конь d5, выглядит не очень опасно, кажется, что белые потеряют темпы. Ну и позиция закрыта, на самом деле у белых есть сильная идея g4. И слон g6, потом h4. И слон g6 попадает в довольно неприятную ситуацию. Вообще, мне кажется, вот эта позиция черных уже требует конкретных решений, в частности хода h6. Просто чтобы иметь возможность сразу спрятать на h7. Ход 2-0 выглядит как игра с огнем. И, в Действительно, Игорь сыграл g4, h4, и, как мне кажется, заметный перевес у белых. Здесь заслужило внимание сразу g5, но слон e2 тоже ход неплохой. Теперь после g5 у черных нет ответа конь h5. Антон сыграл слон e4, и я ответил ладья g1, хотя, в принципе, более логично выглядело f3 на слон h7, g5. В любом случае, у белых довольно неприятная инициатива на королевском фланге, даже после хода ладья g1. Антон здесь сыграл конь fd7. Ну, таким образом, заблаговременно уводя коня из-под хода g5. Ну, а также другой нюанс может быть связан с тем, что в случае конь bd7 черные не создавали пока угрозу взятия на e5 из-за вилки. Ну, в любом случае, это все не сильно смущало, он просто пошел вперед, g5, hg, слон g5, и действительно, все это крайне неприятно. Слон e7, слон h6, пользуясь связкой слон f6, конь g4, создавая угрозу конь бьет f6, слон g7. Ну, у черных особого выбора нет, пришлось играть слон g6, ну и вот здесь вот Игорь упустил, не обратил внимания на первый момент, когда он мог победить, практически форсировал, но здесь был ход h5. Ну и теперь у нас слон бьет h5, просто конь f6, потом слон g7 или слон h5, в зависимости от ответа черных, в общем, легко выигранная позиция, поэтому, наверное, пришлось бы брать слон на h6, но после hg видно, что черный король в самом ближайшем будущем просто получит мат. Всего одну фигурку подключить, и все. Получится. Да. На самом деле, даже если каким-то чудом черные здесь не получат мат, то у них уже и структурно большие проблемы. Вместо этого Игорь сыграл конь бьет f6, конь бьет f6. Ну, здесь снова надо было обратить внимание на эту особенность позиции, что слон g6 единственный, в принципе, защитник короля, его можно сбить. Снова был ход h5. Снова Антону пришлось бы брать на h6, и снова после hg позиция черных весьма тяжелая. После же хода слона f4 черным здесь слегка полегчало, h5, слон f5. По крайней мере, если уже нет прямой матовой атаки, на h6 можно сыграть g6. Поэтому последовало слон d3, слон бьет d3, cd. Ну, cd, кстати, неочевидное решение. Вроде бы кажется, что взятие ферзем сильнее, потому что ферзь напрямую подключается к атаке. Уже здесь возникала бы прямая угроза h6, g6 и ладья бьет g6 с матом. Но не исключено, что Игорю не понравилось здесь то же самое, что не нравится компьютерным программам. То есть движки советуют просто взять на h5, ничего не боясь. Скрывается еще одна линия на королевском фланге, но машины это все слабо волнует. Тем не менее, как мне кажется, для человека позиция после, например, 3-0, ну, практически любой шахматист предпочел бы здесь играть белым. Тем не менее, cd тоже неплохой ход. c6. c6, очевидно, зевок, и сейчас вы увидите почему. Игорь сыграл слон h6, конь e8, ну и вот здесь вот белые прошли мимо довольно простенького удара. Надо было сыграть слон бьет g7, а конь бьет g7, h6. Таким образом, белые отыгрывают фигуру, остаются с лишней пешкой, ну и помимо лишней пешки, очевидно, что у белых очень сильная атака. Скорее всего, сыграя Игорь подобным образом, он выиграл бы партию, но после ферзь g4 позиция начала перекручиваться. Следующие несколько ходов покажем без особых комментариев. Видно, что у черных появляется некоторая контр-игра. С другой стороны, конь на e8 по-прежнему производит жалкое впечатление. Ну и вот здесь вот, в принципе, Куделя сделал весьма логичный ход короля h1, здесь сдвоится по линии g, но не учел такой вот маленький геометрический нюанс. Здесь был ход ферзь бьет e5, после чего белые выигрывали пешку. Но фе просто слон d8. Позиция остается, может быть, не до конца ясной, но если дают дармовую пешку, лучше ее взять. Другое дело, что понятно, что ход ферзь бьет e5, тем более на 33 секундах можно не заметить. Следовало король h1, ферзь d7, ладья g1. Ну, опять же, следующие пару десятков ходов покажу в достаточно быстром темпе. Черным удалось поменять ферзи. Здесь их шанс уже, пожалуй, не хуже. Более того, в дальнейшем именно Антон заиграл на победу. И не без основания, у черных уже лишняя пешка. Однако вот здесь вот у Игоря был такой достаточно неожиданный шанс вести партию к ничьей. В партии белые сделали логичный ход слон c3, нападая на пешку b2 и отбирая ее, но после этого у черных нашелся ход ладья e3 с двойным ударом. А ничью делал ход слон b4. То есть, ну, просто пропуская черную пешку к заветного поля превращения, b1 ферзь, но здесь неожиданно получается вечный шах. df8, король h7, ладья f7, и черные должны уходить обратно, потому что если они бьют на h6, то получают вот такой вот мат. Ну, думаю, что Антон, скорее всего, заметил бы мат два хода, и партия завершилась бы в ничью в случае слон b4, но Игорь упустил этот шанс. В принципе, винить его нельзя, на его часах оставалось всего лишь 6 секунд. Тем не менее, после слон c3, ладья e3, Антон здесь уже не оставил белым особых шансов на спасение. Не стал играть брать на b2, видимо, потому что после ладья f3 шансы на спасение у белых совсем невелики. Ставила король f6, пытаясь найти какую-то контр-игру, но после ладья f3, король e7, ладья c3. Черные даже не выиграли фигуру, но ладья e9 оказывается для них совершенно выигран, то есть приходится играть ладья b8, ладья c2, король f6. Ну вот, казалось, появляется некоторая контр-игра, нельзя брать на f6, опять же, из-за мата, но же 4. И белые, к сожалению, не успевают сдержать обе пешки, король g5, g3, ладья b7, король g8. Опять же, кажется, появляется какая-то контр-игра, но, к сожалению, на ход король g6 или h7, король g6 всегда есть отбрасывающий шах, и после этого черная пешка проходит в ферзи. Причем даже на король h5 все равно можно пойти g2, и теперь после ладья g7 белые не удерживают другую пешку. Поэтому Игорь сыграл здесь ладья b8, он забрал пешку и просто убежал от шахов, на этом партия закончилась. Таким образом, Антон Майдель после трех туров вышел на лидирующую отметку с показателем 3 из 3. Впрочем, он был такой не один. И я тоже мог выйти как раз в лидеры, но, к сожалению, в этом туре я не проиграл Никите. Да, кстати, было такое админское противостояние. Насколько помню, получила по дебюту небольшой перевес, но потом Артем защищался неплохо. И в какой-то момент я начал бояться, что партию можно и не выиграть. Но вы, дорогие зрители, не увидите, как это произошло, потому что это недостаточно интересно. Зато вы увидите, как я благополучно проиграл партию, которая оказала влияние на итоговое распределение мест. В четвертом туре я играл черными против Антона Майделя. И был разыгран дебют рейтинг. Это вот схема с d6 и e5, как мне скажется, схема неплохая для черных. И вот как раз таки реакция с e3, a3, ладья b1 может быть не оптимальная, вряд ли здесь белые борются за перевес. f4, опять же, f4 ход вызывает некоторые сомнения, с другой стороны он неплохой. Может быть, объективно он чуть сильнее конь d5, по крайней мере, это стандартная реакция для этих позиций. На конь d5, наверное, пошел бы a4, однако ход a4 связан, скорее всего, связан с жертвой пешки. То есть после конь c3 можно сыграть ферзь a5, но вероятно, здесь искал бы другие идеи, например, попытался провести бы d5 в этой позиции. Действительно, компенсация за вот эту пожертвованную пешку у черных будет неплохая. После f4 черные все равно ответили в d5. Позиция вскрывается. В принципе, у белых достаточно много слабости обнажается, но и у черных есть определенные проблемы. Вот, например, e4 сильный ответ. И здесь я, пожалуй, допустил решающую ошибку в партии. И не потому, что ход FE, который я сделал, оказался слабым. На самом деле ход, наверное, неплохой. А потому, что я на него, как вы можете видеть, потратил 42 секунды. При том, что оставалось у меня всего 91. То есть практически половина времени, прошу прощения, 111. Я был практически уверен, что Артем заметит эту оговорку раньше меня. Но, тем не менее, 42 секунды здесь тратить не стоило. Тем более, что все-таки, наверное, ход FE слегка второсортный, слона 2 была посильнее. После FE конь E4 белый конь получил неплохую стоянку на поле E4. Другое дело, что черный конь тоже, в принципе, не страдает, расположен он неплохо, слон G5. Ну и вот здесь вот объективно чуть сильнее, чем сыгранная мной ферзь B6 была ферзь D7. Но сделать такой ход непросто. В первую очередь, потому что он связан с реальной жертвой пешки. После конь c5 у черных нет никакой тактической возможности отыграть материал. Они просто должны ответить ферзь c6, надеяться на активность своих фигур. Ну и на то, что лишняя пешка белых d3 не такая уж сильная. Я сыграл ферзь b6, ход в принципе логичный, но здесь после коня f6 у белых есть некоторый перевес. Еще двух слонов. Слон f4, ладья d8, слон e4, c4, король h1. взяли конь Е6, казалось бы, черным удается поменять чернопольного слона белых и добиться полного уравнения, но ферзь Е3 очень сильный ход. То есть, казалось бы, он особо ничего не дает, потому что у черных все равно есть ответ слон d4. Но на слон d4 Антон явно наметил слон e5. Теперь нельзя брать слона из-за того, что теряется ферзь, то есть пришлось бегать король g8. Но тут после ладья bf8, слон d4, черным пришлось бы брать ферзем. Ферзь будет d4 и оставаться в этой позиции без пешки, потому что если взять конем, в надежде не отдать на b7, то важный промежуточный шаг слон d5, король h8, и только теперь ладья d1. В результате у черных нет ответа ладья d8, и они теряют материал, а именно коня на d4. Прикинув эти варианты, я взял на e3, ферзь d3, слон e3, b5, но все-таки здесь на победу играют явно именно белые. Примерно в этой позиции я еще попытал счастье, предложил ничью, но Антон совершенно справедливо не согласился. Не то чтобы у черных прямо очень большой перевес, у белых очень большой перевес в этой позиции. Думаю, что активности черных фигур должно хватать для ничей. Но намного более важным фактором является тот момент, что у меня оставалось 4 секунды на часах против 51 Антона. И в дальнейшем я не справился с управлением. И вот в этой позиции, после ладья b2, в общем, в этой позиции Антон мог форсированно победить, сыграть слон f4, и неожиданно черный король практически попадает в матовую сеть, то есть король d5 единственный ход, ладья e5, король d6. Здесь шаг, любой шаг по пятой горизонтали вынуждает черных покинуть собственного слона, и он теряется, белый легко побеждает. Вместо этого Антон сыграл слон f8, вход еще более напрашивающийся, чем слон f4, но значительно более слабый. Здесь у черных снова неплохие шансы на ничью, но для этого мне надо было все-таки потратить свои 4 секунды, наверное, 2, и заметить, что пешечный меч совершенно проигранный, и делать любой другой ход, например, h5, и, ну, по крайней мере, компьютер утверждает, что ладья b2, король h4, h5 значительно сильнее, но даже h5 было намного лучше, чем то, что я сделал, у черных здесь есть определенные шансы на спасение, на самом деле достаточно неплохие. Ну а после конь b5 я рассчитывал на ладья меч, при которой, скорее всего, ничейный. После король d5 и потом ладья b6. То есть даже если белые отсекут... В общем, на самом деле интересный момент, он, возможно, заслуживает отдельного рассмотрения. Видимо, король d5 я сейчас неправильный ход сделал, король d6 сильнее, и допускаю ладью на e7. То дело, что теперь после ладья g7 неудобно защищать пешку на g6. g5 это не то, что хочет играть в такой позиции, но, видимо, черный король успеет. В общем, я прикидывал какие-то такие варианты, но оказалось, что Антон просто меняет ладьи. И пешечный эдж при 2 на 2 совершенно выиграно для белых, потому что мне не хватает одного темпа, чтобы вернуться с королем. Ну и Антон здесь легко довел партию до победы. Ну, как вы можете видеть, на король g2, король g6 белые выигрывают. Таким образом, Антон, насколько я помню, в этот момент единолично возглавил гонку с результатом 4 из 4, ну а я откатился вглубь пелетона. Так, это партия, Артем, 5-го тура, то есть покажу, как дела стояли после 4-го. Я хотел сказать, что Антон вышел на чистое 1-е место, но это не совсем правда. Еще один новичок в наших турнирах, Амира Боденко, мастер фиде, молодой мастер фиде, насколько я помню, 99-го года рождения, также в этот момент имел 100% показатель. Ну а в 5-м туре у нас тоже были достаточно интересные события. В частности, такая вот садово-парковая партия Александра Давидчика против Рената Шерифулина. Александр играл белыми, была сицилианка с ходом А6. Так называемый вариант Колли. Ну и, в принципе, основная идея этого варианта в том, что если белые реагируют по аналогии, то есть играют d4, здесь черные получают улучшенную версию челябинского варианта, потому что, ну, во-первых, они могут сыграть Е5 сразу, получить улучшенный калашников, то есть конь b5 здесь нет, и после конь f3, конь c6 у черных хорошая позиция. Или могут сначала сыграть конь f6, но очевидно, что e5 хода нет по причине ферзь e5, типичный прием, то есть приходится играть конь c3, e5, и опять же, похоже на челябинский, но нет хода конь b5, а это означает, что черные решают все свои проблемы. Видимо, Александр знал этот нюанс и знал, что на А6 сильнее всего реагировать путем c3. Также серьезного внимания заслуживает c4, тоже полезность хода А6 здесь вызывает сомнения. Ну, c3 даже проще. Ну и получился вариант Алапина в такой вот приятной трактовке для белых. Мне кажется, что ферзь d4 серьезного внимания заслуживает. Опять же, А6 черным совершенно не помогает. cd тоже неплохо. И белые получили некоторый перевес. Но вот в этой позиции конь d2 это безусловно серьезная неточность. Ну, в принципе, я думаю, можно назвать таким позиционным зевком. Дело в том, что черный был ответ конь f4, пришлось бы играть ферзь e3. Черные меняли бы этого слона, играли бы, например, дальше слон d5, потом конь c6. Ну и за счет господства по белым полям получали некоторый перевес. То есть вместо конь d2 практически любой другой ход был сильнее. Например, ладья e1. Но Ренат прошел мимо своего шанса, сыграл здесь d6. И Александр успел пропустить коня на e4. Теперь под f4 бита. У белых есть определенная инициатива на королевском фланге. И посмотрите, как он ее развивал. Последовало конь g5. И здесь, безусловно, более надежным ответом было g6. Но Ренат решил предварительно поменять чужого коня на g5. Ну и пропустил вот такой вот типовой удар слон бьет h7. Тем не менее, поанализировав эту позицию с движком, я пришел к выводу, что здесь не все так ясно. Черные объективно должны были брать на h7. И после конь g5 не идти королем вперед, потому что в этом случае не получат мат, а отступать на g8, ферзь h5. Обычно такая конструкция уже совершенно безнадежна для черных, но здесь есть некоторые особенности в этой позиции. Сейчас вы видите, какие. Черные брают ладью. Ну и вот одна из особенностей проявляется сразу. Ферзь на c7 защищает пешку. То есть очень часто после подобной жертвы белые могут взять на f7, но не в этот раз. Поэтому они должны давать шах, еще один шах, забирать пешку на g7, конь e5. Ну и вот вторая особенность, что черные защищают пешку на f7 не ходом ладья f8, который здесь, видимо, практически проигрывает по причине конь h7. По причине конь h7, да. Возможно, конь e4 тоже, но конь h7 убедительней. Ну вот, вместо ладья f8 у черных есть конь e5. И кажется, на самом деле, что они полностью отбиваются атаки, лишняя фигура сохраняется, но вот здесь вот конь e4. И основная идея этого хода в том, что теперь поле g5 свободно для белого слона. Это серьезная угроза, черные должны бежать королем. Король d8, конь f6. Ну вот после такого форсированного варианта, который нам выдал компьютер. Оказывается, что белые отыгрывают, в принципе, пожертвованный материал, но их атака несколько выдыхается. Конь f8, слон h6, последний активный ход, ферзь e7. Ну и оценку этой позиции оставлю, пожалуй, на усмотрение наших зрителей. Скажу только, что логичным следующим ходом за белых будет ладья c1, но в чью пользу эта позиция, я не знаю. Решайте сами. Вместо этого Ренат сыграл король h8 после 15-секундного раздумья. Конь g5. Опять же, кажется, что совсем плохо у черных, но все-таки есть ход ферзь e5. На ферзь h5, конь f6. Сразу черные не проигрывают. Более того, в партии они имели шанс вообще не проиграть. Потому что, ну, в принципе, здесь Александр сделал вполне логичный ход конь f7, пользуясь тем, что слон на b7 в конце варианта не защищен. Но оказалось, что это ошибка. И сильнее была ферзь h4 или ферзь h3. Причем, на самом деле, эта позиция выглядит как совершенно выигранная для белых. Потому что действительно, ну, во-первых, слон f4 грозит, слон может отскочить в любой момент. Во многих вариантах проходит вот эта вот типичная идея слон g6, слон f7, ферзь h8. В общем, крайне это все неблагоприятно для черных, но есть один ход, который позволяет не проиграть сразу, а именно ферзь e2. Не знаю, видел ли его Александр, и попрошу его оставить комментарий на этот счет, если, конечно, он будет смотреть данный обзор. Ну, дело в том, что, казалось бы, абстрактный ход, ну, понятно, что нападает на ладью, но белые могут ее защитить каким угодно образом, а также они могут сделать скрытый шаг. Но оказывается, что у нас скрытый шаг слон d3, у черных неожиданно есть такое вот возвращение ферзем на h5, и мата не получается. То есть, безусловно, здесь белые сохраняют перевес несколькими способами. Даже можно сыграть слон d3 и просто поменяться, и все равно за счет двух слонов у белых здесь явно лучше, но исход партии оставался бы неясным. После конь f6 Александр, может быть, видел ответ и решил, что конь f7 выигрывает проще. Но ладья f7, ферзь f7. Действительно, кажется, черные здесь несут решающие материальные потери, но вот неожиданно, в принципе, совершенно противоречащий всей логике шахмат, здесь был у черных ход конь d8, который защищает слона на b7, а слона на h7 оставляет под боем. Опять же, ладья d8 не проходит из-за того, что подвисает мат по первой линии ферзь d1 и ладья d1. То есть пришлось бы играть ферзь g6. Кстати, обратите внимание, защищая слона, то есть теперь конь h7 нельзя из-за ферзь d8. Победой. Но у черных есть еще один темповой ход слон e4, после чего фигура таки отыгрывается, и лучшее, что белые здесь могут придумать, это ход ферзь g5 с разменом ферзей. Ну и после этого черные забирают слона на h7. Мне кажется, позиция неясная. Все-таки две фигуры за ладью это весьма неплохо, и смогут ли белые здесь повести в движение свой пешечный массив на королевском фланге, еще вопрос. Ну а в партии Ренат не нашел эту идею, сыграл ладья d8. В принципе, ладья d8, наверное, связана с какой-то похожей задумкой. То есть теперь на ладья d8, конь d8 тоже слон защищен, висит на h7, висит еще мат. Но Александр сделал сильный логичный ход слон e3. И после ладья d1, король h7, белые забрали слона на b7, остались с лишним качеством, легко выигранной позиции, и партия долго не продлилась. Ну, там уже Ренат еще земнул мат на g7. Ну, довольно интересная жертва на h7. То есть, в принципе, идея, конечно, совершенно стандартная, но, как мы можем видеть, варианты в этой партии получались не совсем обычные. Артем, стандартный мой вопрос к тебе. Да. Какой тур? Да. Так, это, по-моему, еще 5-й тур. Ну, в любом случае, можем это проверить. Можем ли мы это проверить? Да, действительно, 5-й тур. Александр Кононов против Алексея Коновалова. Ну, соответственно, следующую табличку вы увидите немного позже. Тут у нас, опять же, Алексей Коновалов, повторюсь, один из сильнейших шахматистов Феникса. Ну, а Александр Кононов один из оригинальнейших шахматистов Феникса. И вот он показывает это своим дебютным выбором. Е3, G6, конь Е2, слон G7, конь G3, F5. На самом деле, оба шахматиста тут старались друг друга перещеголять. Но в итоге, как мне кажется, более комфортную позицию получили все-таки черные. Ну и также вот эта вот задумка со слон c4 встать под d5, это все-таки вызывает некоторые сомнения. Но Александр старался играть креативно. 2-0, 2-0, конь c3, конь d7, конь e2, конь c5. Но все-таки мы видим, что черные захватывают здесь инициативу, и после конь e4 до e фиксируют структуру. То есть действительно, когда к черным еще несколько ходов, то их позиционный перевес станет совершенно неоспоримым, поэтому d4, наверное, правильное решение. Ну, здесь Алексей взял, и обратите внимание, что пешка Е, во-первых, отстала, а во-вторых, надежно зафиксирована. Ну, больше всего в этой партии меня потряс следующий ход белых, который, наверное, большинству шахматистов в голову не пришел бы даже в партии с классическим контролем, а именно ферзь c4. Белые добровольно встают под такой вот рентген. Действительно, черные никак не могут этим сразу воспользоваться, но все-таки объективная ценность хода вызывает некоторые сомнения, и здесь Алексей, немного подумал, высветил недостатки вот этого вычурного маневра ферзь c4, сыграл c5, и на отход коня сыграл еще b5. Из-за чего пришлось убирать ферзя, последовало c4, и, как мы видим, слон белых на a2 оказался замурован. Ну, в дальнейшем черные довольно удачно перестроили свои фигуры по белым полям. Ну, очевидно, что уже в этот момент Александру явно не нравилась его позиция. Предпринял отчаянную жертву ладья d5, но понятное дело, что при таких легких фигурах ни о какой контр-игре речи не идет, и Алексей достаточно легко здесь одержал победу. Ну, во-первых, партия запоминается, конечно, своим дебютом, а во-вторых, ну, мне кажется, очень хорошая техническая работа со стороны Алексея Коновалова. И после этой победы он подтянулся к лидирующей группе. Насколько именно, вы сможете сейчас увидеть в нашей фирменной табличке нарастающего итога. Ну, из результатов 5-го тура стоит отметить ничью в партии лидеров Амира Боденко и Антона Майделя. Ну, а 4 очка набрала целая группа шахматистов. Ну вот, Артем, Если представить, что ты не знаешь итоги этого турнира, какой бы ты сделал прогноз на оставшиеся 4 тура? Кто будет в первой тройке, кто поднимется повыше, кто опустится? Ну, я бы, наверное, предположил, что Никита Петров, Вова и Евгений Шувалов были бы в пятерке. Ну, посмотрим, будешь ли ты прав. Не знаю, помнишь ли ты итоги турнира, подозреваю, что помнишь, но надеюсь, что прогноз свой давал, ну, скажем так, объективно, основываясь только на первых 5 турах и общих впечатлениях у шахматистов. Ну, а в 6-м туре у нас состоялась очень важная партия с точки зрения турнирной ситуации, а именно партия Вовы Михайловского, ветерана Шахматного Феникса, против Амира Боденко, новичка Шахматного Феникса. Здесь у нас был разыгран каракан. Вот этот вариант с конь f6. Ну, здесь Вова взял на f6. В принципе, вполне логичное решение. Но мне кажется, когда этот вариант разыгрывается через этот порядок ходов, у белых есть сильный ответ ферзь e2. Вот Артем, ты никогда не сталкивался? Сталкивался, конечно. И как реагировал? Так. Ну, слон f5, возможно. Ну, самое главное тут не среагировать вот так. Да, это понятно. Потому что неожиданно последует мат. Слон f5, в принципе, возможный ход, но... Или e6. Дело в том, что после слона f5 придется брать пешкой g. Да, я помню. Это неплохой вариант для черных. Ферзь на e2 стоит не лучшим образом, но он все-таки, я так подозреваю, что не в твоем стиле. Но многие караканчики не готовы идти на эту позицию. e6, возможно. Опять же, это... Я думаю, что Е6 объективно один из сильнейших ходов позиции, но он тоже не типичный, потому что слон на c8 заперт. И вроде бы это плохой, то есть, ну, вроде бы получается плохой Рубинштейн, то есть вариант Рубинштейна во французской, с пешкой на c6, которая стоит глупо. Но ферзь белых на e2 стоит еще глупее. Поэтому, наверное, объективно здесь у черных хорошие шансы на уравнение. Но, если честно, шахматисты, применяющие каракан, которые вот со мной играли эту позицию черным, они в основном брали коня и после этого играли конь d7. Но, как ни странно, после d4 и конь f6, ферзь f4 уравнивали они весьма нечасто. То есть схема достаточно ядовитая. В принципе, я рекомендую ее играющим. Да, я не подумал, что коня можно взять тоже. Ну, уже, опять же, большинство шахматистов думают об этом, берут, но все равно не уравнивают. То есть некоторые нюансы есть. Конь f6, ef. Ну а тут все свелось к стандартным довольно схемам. Ну, опять же, на ваше усмотрение, есть здесь у белых небольшой перевес или нет. Мне кажется, что черные значительно ближе здесь к равенству, чем белые к перевесу. Более того, вот по моему опыту, довольно часто здесь белые перегибают палку. То есть то начинают играть слишком активно, то слишком пассивно. И в итоге именно черные борются за победу. Ну вот в этой партии Вова играл солидно, надежно, Амир тоже играл неплохо, и получилось такая вот примерно равная позиция. Обратите внимание, Амир играет f5, уже создается угроза f4, белым, ну, видимо, пришлось играть f4, но это создает хронические проблемы с королем, и Амир пытается их высветить путем вскрытия центра. Тем не менее, позиция белых остается вполне надежной, и, как мне кажется, достаточно укрепленный король белых в этом ферзево-коневом эндшпиле компенсируется тем фактом, что у черных плохая структура. Последовало конь Е3. Ну и вот здесь вот у Амира была интересная возможность поменять характер борьбы. Здесь был удар конь F4. Не знаю, достаточно ли он обоснован, но, по крайней мере, сразу опровергнуть не получается. То есть конь F5 хода нет из-за ферзь Е4. Поэтому пришлось бы делать какой-то другой ход. Вот, например, Артем предложил, видимо, достаточно сильный ответ ферзь F2. Общеукрепляющий. Ферзей не разменять. Да, ну и вот тут предложение компьютера, ферзь e4, ферзь f3 и просто g6. И мог создаться вот такой вот интересный эндшпиль. Опять же, его оценка на ваше усмотрение, но я лично подозреваю, что все как-то должно свестись к ничьей в итоге. Ну, в партии Амир сделал, в принципе, наверное, более логичный, наверное, и даже более сильный ход ферзь e4, но менее интересный, по крайней мере. Конь d5, конь f8, ферзь g2. На протяжении следующих нескольких ходов его пытается поменять ферзей. Но потом резко меняет планы и собирается дать мат после коня f6. Ну, неожиданно после коня f6, во-первых, у черных был простой, логичный ход короля f8, который, наверное, сделали бы большинство шахматистов в этой позиции. Ну, Амир решился оригинальничать и сыграть король g7. прям под скрытые двойные и прочие убийственные шахи. Но оказалось, что у белых нет возможности как-то этим воспользоваться. Вова подумал, не очень долго, правда, потому что времени оставалось немного, и просто перевел коня на Е5. Но вот это, пожалуй, ключевой момент. Амир здесь сыграл король F8, и, как мне кажется, это совершенно неправильное решение. То есть, во-первых, оно неправильно с шахматной точки зрения, ход слабоват король F8. Во-вторых, оно неправильно с блюцорской точки зрения, потому что у Вовы оставалось почти на 30 секунд меньше. Добавка 1 секунды большой погоды не делает в блице, потому что все-таки, ну, нередко мы видим, что не справляются с управлением люди на флагах. И после ферзь Е3, или ферзь Е1, или ферзь Д4, в общем, любого отхода ферзем, белым еще пришлось бы здесь помучиться. К тому же объективно у них нет никакого перевеса. А после короля F8 Вова поймал свой шанс, взял на Е4, то есть вроде бы создал потенциально защищенную проходную черным, неожиданно ее очень тяжело... Ну, то есть вот эта потенциально защищенная проходная довольно тяжело сделать реально защищенной проходной, потому что ход H5 всегда связан с потерей пешки на G6. Амир сыграл король Е7, король F2, G5. Здесь вот Вова, если честно, когда мы готовили материал к этому обзору, я его ругал за вот этот вот размен, но, видимо, на самом деле размен-то очень сильный, потому что после короля Е3 висит на Е4, приходится защищать, ну и теперь вот белые забирают пешку на А7. Конь d4, ну и вот здесь вот, пожалуй, главный вообще момент, из-за которого мы показываем эту партию, ну помимо того, что это партия лидеров. Здесь вот Вова, имея всего лишь 11 секунд, без особых раздумий сыграл конь b5. И оказалось, что это, во-первых, ведет к победе, во-вторых, не исключено, что вообще единственный ход, который ведет к победе. Дело в том, что кажется, что после конь b5 cb и король c7 возникающий пешечный эшпиль совершенно ничейный. Ну, вот, смотрите, что произошло дальше. Сразу скажу, что черные ни в один момент не могли усилить игру. У обоих сторон защищенная проходная, у белых лишняя пешка, вроде бы это не имеет значения. Пешки надвигаются, но белые не могут вести короля вперед, потому что упустят черную проходную. Неожиданно b6, король b7, король c4, король a6, король b4 оттеснили, король b5. Таким образом... Вова уже дает понять, что он не боится того, что черная пешка сейчас пройдет ферзь, полностью сжигает мосты, и действительно расчет его оказался здесь точен. Е3, А6, ну и черная пешка проходит раньше, но белые пешки проходят с значительно более серьезным эффектом. Ну и здесь на Е1 белые просто матуют. Амир попытался побежать королем, но, разумеется, это совершенно ничего не изменило. И Вова одержал уверенную победу. Ну, как мне кажется, с технической точки зрения, это, пожалуй, наиболее впечатляющий вообще фрагмент всего турнира. Да, обычно действительно губит, а в данном случае... Да, Вова у нас играл как Грищук. То есть... В классе разобрался. Да, ну, традиционный вопрос тебе, Артем. Но это уже партия седьмого тура. То есть мы можем показать табличку. И видим, что Вова одержал победу. Вова, если честно, оба турнира проводил по похожему сценарию. На самой ранней стадии турнира он проигрывает мне, и потом одерживает много побед подряд. Ну и после 6 туров, как мы можем видеть, такое вот у нас своеобразное троевластие. 3 человека по 5 очков из 6, но можем видеть, что мой коэффициент Бурель заставляет здесь желать лучшего. Потому что со мной играл. Я в это время как раз партии 4 подряд проиграл. Да, ну мы не будем заострять на этом внимание. Лучше покажем партию Владимира Рукавишника против Юрия, я надеюсь, не ошибаюсь, Типакова. Да, только, знаю, сходу с 23-го. Да, и партия, ну, в общем, в дебюте, опустим дебют, была разыграна каменная стенка, и получилась вот такая позиция, довольно интересная. И вот здесь вот Владимир Рукавишник сделал довольно... Прошу прощения, Владимир Рукавишников, потому что... Слишком это длинная фамилия, шахматная планета не способна переваривать такие объемы информации, что программа уже очень старенькая. Ну вот. И здесь вот, конечно, как мне кажется, самым логичным, сильным ходом был ферзь d4, просто блокируя все эти пешки. Позиция неясная. Наверное, взял бы черных, но борьба продолжалась, и исход оставался совершенно неопределенным. Ну, а белые сыграли ферзь c5, довольно странное решение, то есть после ферзя c5 либо c5 у черных вообще-то образовались две связанные проходные. То есть, видимо, Владимир делал ставку на слабость пешки Е, именно пешки Е6, но явно здесь две связанные проходные старшие, и они вот таким вот довольно забавным, незамысловатым поэтому образом просто прошли в ферзи. Е6, последняя попытка создать угрозу Е7, какой там материал, отыграть, ну просто ладья С8, Е7, ладья Е8. Пришлось менять ладьи, ну и белые такие забрали эту ладью, но пешками d2 и e2 особо тут не забалуешь. Поэтому после слона 4 и 1 пришлось сдаться. Ну, такой вот маленький забавный фрагмент из глубины пелетона. Хотя, должен сказать, что Владимир в какой-то момент находился очень высоко, да и Юрий в итоге закончил турнир на мажорной ноте. Так. Что после 7 туров? 7 туров, хорошо. Да. Артем заранее подстраховывает. После 7 туров мы можем видеть, что мне и Антону удалось победить, и мы возглавляли в этот момент турнир с 6 набранными очками у каждого. И еще один важный результат, что Антон обыграл не кого-нибудь, а Вову Михайловского, и таким образом отбросил одного из своих прямых конкурентов. Также видим, что Владислав Чижиков, несмотря на некоторые свои злоключения на старте турнира, поднялся достаточно высоко. Ну, есть у тебя еще какие-то замечания по поводу вот текущего положения в турнире? Ну, таблиц только в одном меня расчаровывает, то что меня там нет. Да, и даже вот на треугольничек не нажмешь, потому что да, не получается. Ну ничего, я думаю, мы тебя еще увидим в таблице. Может быть, и не увидим. Посмотрим. Тем не менее, несмотря на то, что мы не видим Артема в таблице, следующая партия принадлежит именно авторству Артема. Ну, более примечательно то, что именно Сергей попросил ее включить в обзор. Да, ну Сергея произвело здесь большое впечатление о том, как он был переигран в эндшпиле. Ну, а дебют мы, наверное, пролистаем в очень быстром темпе. В принципе, у нас был снова дебют Вересова, фирменный дебют Игоря Куделя. Ну вот, единственный сослуживающий серьезного упоминания момент, то, что Артем сделал такой вот загадочный ход король F8. Но, разумеется, он объясняется тем, что мышка у админов шахматного Феникса — это слабое место. По крайней мере, у Артема, очевидно, это так, да и... Скорее всего, не мышка, а руки именно, потому что я 4 партии подряд проиграл, как-то был в небольшом тилте. Да, ну, в общем... И двигал фигуру спустя рукава. Когда проигрываешь 4 партии, делаешь дебютный ход король F8, это, конечно, может любого сломить, но Артем не таков. И здесь он продолжал бороться, и действительно, объективно, наверное, позиция не так уж и плоха. Все-таки структура у черных достаточно надежная, а Сергей действовал здесь не самым принципиальным образом. И вот здесь у черных уже практически все в порядке, ну не практически, а позиция совершенно равная. Вроде бы коневой эндшпиль, вроде бы в коневом эндшпиле лучшая структура белых должна иметь какое-то значение, так же как и в пешечном, но каких-то серьезных шансов на победу здесь, наверное, нет. Сергей сыграл f4 и конь e5, и это, конечно, совершенно неправильное решение. Видимо, он рассчитывал, что этот эндшпиль в пользу белых, но серьезно недооценил активность черного короля. Ну, после король d5, король d2, король e4, король e2, вроде бы белые все еще держат оппозицию и сохраняют определенные шансы на ничью. На самом деле, позиция совершенно безнадежна. И черные практически любыми разумными ходами здесь заставляют белых потерять оппозицию и пропустить черного короля либо на поле f3, либо на поле d3. К тому же не стоит забывать, что в любой момент черные могут потерять или выиграть темп, в зависимости от того, что от них требует конкретная ситуация, путем h6, h4, ну h6 следует g5, поэтому h4 ход вынужден здесь либо h5, либо просто оставить эту позицию. В общем, черные в любой момент могут переключить очередь хода, и это здесь оказывается решающим фактором. Артем надвинул пешки на ферзь на фланге, они зафиксировались. Еще последовало h3, h6, опять же создавал угрозу g5. Пришлось играть h4, просто h5. И видим, что будь сейчас ход черных, наверное, они бы не выиграли, а может быть и выиграли бы все равно. Ну, я понимаю, что это все не очень интересно сейчас нашим зрителям, но вот как думаешь, после король d5 вообще чью пользу позиции? Так, король d5. Ну, предположим, ход черных по каким-то неведомым причинам. Давай сделаем какой-нибудь треугольник. Ну давай заведем лучше. Ну вот здесь король d5. Ну, король f3, видимо, придется играть. Ну, e3 все-таки. Нет, не-не-не. Ну, чтобы... Да, вот, чтобы на король c5 иметь король e3. Вот. Да, ну, понимаешь, тут король c6. А-а-а. Да. Придется играть так или иначе, король e3 или король e2, это неважно, по темпам одно и то же, наверное. И все. Финиш. Таким образом, даже при ходе черных, получается, выигранная позиция. Это довольно интересное открытие, кстати. Король f3, король c6. Ну да, ничего не сделаешь. Король f2 тоже... Тем не менее, на исполнении как раз вот ходов от момента пешечного эндшпиля до этой позиции я потратил где-то 1 минуту. И это было связано с тем, что я считал конкретные темпы. И уже по ходу исполнения уже... понял, что позиция выиграна как угодно, и причем каким образом проиграть выбирают именно белые. То есть либо по темпу, как это случилось в партии, либо белые ставят пешку на c4, и в итоге она оказывается беззащитной. Ну, или c4, или на b3. Ну, в общем, оказывается, это даже и не требовалось. В общем, так или иначе, да, белые проигрывали как угодно, и даже позиции, которые кажется, что они не проигрывали, они все равно проигрывают. Ну, теперь покажем, чем, собственно, завершилась партия. Белые все-таки вынуждены были уйти королем. Король f3, потеряли все пешки. Ну и Артем провел там одного ферзя, и Сергей решил не продолжать сопротивление. Так. И на этом, я так понимаю, обзор 8-го тура у нас тоже заканчивается. Остался только 9-й. И после 8-го тура, перед последним туром, вы видите ситуацию, которая чем-то напоминает ситуацию в лондонском турнире претендентов. То есть у нас есть два лидера, два явных лидера, поэтому у одного из них лучше дополнительные показатели, но в принципе теоретически есть еще другие шахматисты, которые могут догнать. В данном случае Вова Михайловский, один шахматист. Ну и почему я привел аналогию с Лондоном, потому что произошли совершенно кошмарные события в последнем туре, которые не буду показывать. Покажу просто табличку по итогам 9 туров, и вы сами увидите, какие были результаты. Ну а покажем мы два более интересных фрагмента, чем партии лидеров, а именно партию Владимира Рукавишникова против Дмитрия Полеваева. Опять же, партию мы показываем по заявке шахматиста, игравшего белыми. Здесь у нас была разыграна новоиндийская защита, вариант Петросяна ходом А3. Ну и вот здесь вот черные применили редкий план с ходом G6. В принципе, основным ходом, конечно, является D5, но здесь после cd конь D5 довольно обширная теория. Особенно вариант был популярен в 80-е годы, даже Каспаров молодой так белыми играл довольно часто. G6 ход... В принципе, тоже встречался, идея здесь определенно есть. Черные хотят получить такой вот, не то что гипопотам, а гипопотам, но с конем на f6 вместо коня на e7, пользуясь тем фактом, что все-таки ход а3 белым вряд ли помогает в этой структуре. Ну, а Владимир сыграл слон g5, слон g7, e4. В принципе, логичное решение захватить центр, но тут есть определенные нюансы. Дмитрий ответил h6, и оказывается, что объективно черные-белые, прошу прощения, должны менять своего слона и соглашаться на какую-то вот такую позицию. У белых, безусловно, преимущество в центре, преимущество в пространстве, небольшой перевес в развитии, но какова реальная оценка этой позиции, я не убежден. У черных есть довольно неприятный план для белых, связан с d6, конь d7, потом либо e5, либо c5. Черные поля начинают поляризаться. То есть, может быть, вся эта идея слон g5 вообще не очень хороша. Или после слон g5, слон g7 надо было пойти e3. Ну а после e4, h6, такое ощущение, что Владимир просто... Или... Нет, я хотел сказать, что зевнул, но судя по затраченному времени, он сознательно шел на эту жертву. Если честно, вызывает у меня эта жертва некоторые сомнения. Безусловно, у белых есть две пешки за фигуры, но никакого перевеса в развитии. Ну и также... никаких особо конкретных угроз. Понятно, что сейчас белые хотят пойти e5, вот черные хотят d6, и как бы все. e5 уже не проведешь, а наращивать давление здесь нелегко. Тем не менее, как мы увидим по ходу партии, оценка здесь менялась просто как на качелях. слон d3, конь d7, f4. Ну, здесь вот мне категорически не нравится ход Дмитрия ферзь c8. Совершенно идейно, логично и сильно здесь было e5. То есть просто намертво препятствуя ходу e5, ну и после fe, de, там, d5, например, конь c5 у черных явно лучше. То есть фигура есть фигура. Ну еще не стоит забывать, что во многих позициях есть важная идея слона 6. Наверное, слона 6 сильнее, чем конь c5 объективно. И здесь у белым предстоят тяжелые времена. Ну, после ферзь c8 здесь уже компенсация вполне реальная. И посмотрим, что произошло дальше. f5 действительно довольно неприятная атака. Черный король никогда не может убежать на ферзевый фланг. Еще довольно серьезная ошибка слон c8. То есть последним шансом сохранить здесь какое-то подобие перевеса, ну или хотя бы какое-то подобие комфортной игры, был ход de. Казалось бы, опасно, вскрываем линию d, но вот здесь просто ферзь e6. Такое у меня ощущение, что Дмитрий недооценил эту перестройку. А на самом деле черные фигуры здесь по белым полям стоят хорошо. Например, следующим фоном конь может на g6 выскочить. Но последовало вместо этого слон c8, ладья f1, конь g6, но здесь после конь d5 у белых уже совершенно разгромная атака, как ни странно. de, ферзь f3, конь f4, ну и вот здесь вот довольно элементарно выигрывал ход ладья бьет f4. На e, ферзь e4, неожиданно теряется ладья на h7. Ну и оценка этой позиции вообще никаких сомнений не вызывает. У белых, ну, совершенно матовая атака, черные ничего не могут сделать. Ладья e5 тоже довольно симпатично, но разница в том, что по сравнению с предыдущим вариантом у черных жива ладья на h7. И это фактор довольно важен в позиции. После конь d5, cd, слон b7 оказалось, что черные отбиваются. Последовало e6, и здесь, конечно, самым простым было ферзь бьет d5, ef, ладья f7. После чего, ну, черные легко побеждают. Ферзь e6, которая последовала в партии, довольно красиво, но совершенно не вынуждена. Тем не менее, зачастую в выигранных позициях важно видеть один путь к победе и его исполнять. Особенно в блице, и не распыляться. И действительно, ферзь e6 здесь вполне достаточно для выигрыша. На d просто слон f3. Еще последовало ферзь d3, ферзь g6. Ну и дальнейшие ходы я пролистнул в быстром темпе. Белые пытались создать контр-игру, но у них ничего не получалось, и в итоге черные легко победили. Ну и на закуску у нас довольно интересная партия, как мне кажется. Тоже в ней оценка позиции менялась как на качелях, но в принципе в среднем, наверное, качество игры здесь все-таки немного повыше было. Белыми играл Владислав Чижиков, а черными Амира Боденко. Ну, Владислав Чижиков, я думаю, всем зрителям данного обзора знаком. Это в недавнем прошлом претендент на звание чемпиона Феникса, ну и один из пятерки сильнейших шахматистов группы. Здесь у нас была разыграна сицилианка с Еш, ну такой, видимо, черные намеревались играть вариант Паузена, но Владислав сыграл b3. На самом деле его фирменный вариант, он зачастую так играет даже в классику и с неплохими результатами. В частности, вот недавно в этом варианте Владислав обыграл гроссмейстера из Швеции Ральфа Акисона. Ну и в этой партии белые тоже получили стандартный для этого варианта перевес. Ну, стандартный, но, конечно, только в том случае, если черные не знают точно, как реагировать на подобное построение. Ну да, здесь после конь d2, f4 у белых довольно комфортная игра, g5, то есть пытается Амир наладить контр-игру, но на самом деле это только ухудшает ситуацию для черных здесь. Конь f3, ферзь d7, a3, a5, конь h5. Белых преимущество и на ферзевом, и на королевском фланге. Ну, в особенности, конечно, критично для черных здесь то, что на королевском фланге они не могут наладить никакой обороны. Ну и если мы приглядимся к этой позиции, это, наверное, критическая позиция партии, то видно, что здесь у белых, ну, совершенно выиграно, как угодно, и, ну, важно тут не продешевить. Владислав скидывал в беседку нашей группы эту позицию, и мы ее немного анализировали. Я во время партии, спешу заметить. Да, разумеется, не во время партии. И, конечно, то, что здесь сразу бросилось мне в глаза, это тот момент, что черные ходом ферзь f8 не создали угрозы. Дело в том, что если мы делаем какой-то ход, черный играет ферзь h6, мы просто забираем ладью, а потом ферзя. И остаемся с лишней ладьей. Поэтому белые могут себе позволить просто усиливать позицию. Поэтому немного после непродолжительных раздумий я здесь предложил ход ладья а на d1. И он, в принципе, по-прежнему мне нравится. Ход неплохой, и черный здесь практически в полном суксванге. То есть, ну, ничего путного за них предложить нельзя. Может быть, самая сильная просто король g8, но здесь поскольку не в 7, а белых колоссальный перевес. Ну, объективно, пожалуй, сильнейшим на ферзь f8 являлся ход ладья f5, который мы тоже рассматривали, но, как ни странно, не совсем с той идеей, с которой нужно. То есть мы смотрели здесь e, слон d5, и после конь d4 позиция еще не до конца ясна. Хотя белые там тоже должны победить. На самом деле, после e белые здесь дают красивый задачный мат. Конь f7, ферзь f7, ферзь g7. Приходится брать, и вот такая картинка, мне кажется, достойно увенчала бы эту партию. Но вместо этого Владислав, мне кажется, перехитрил здесь сам себя. Зачем-то сыграл ферзь f8. Тем более это странное решение, что черные не обязаны брать ладью f7, а могли взять ладью с d8. И после конь f7 у белых опять же лишнее качество, выигранная позиция, но очевидно, что здесь их перевес намного меньше, чем был раньше. Ну, а Амир сыграл более жестко, более принципиально и более сильно. Он взял все-таки ладью f на f8, допустил этот шаг, сыграл e5. Ну и неожиданно белые, конечно, хотели бы взять на c6, но в этом случае маты рискуют получить они сами, потому что черные бьют на c6 с шахом. Поэтому Владислав здесь уже начал изобретать, но, наверное, это не самый подходящий момент для этого. То есть изобретать надо было двумя ходами ранее, потому что здесь практически единственный ход, который сохранял какой-то шанс на перевес, это ладья бьет f5, но здесь у белых по-прежнему лучше. После ладья f4, видимо, с идеей ладья h4 у черных нашелся ход h6, и теперь на ладья h4 просто следует король g7. Поэтому пришлось уводить коня обратно. Владислав все-таки забрал пешку на f5, но пешка на f7 погибла. И вот в этот момент позиция начала уже перекручиваться, и за победу стал бороться именно Амир. Что еще 10 ходами ранее даже предположить было невозможно. Пешка на b3 слава, пришлось ее двигать, белые потеряли материал. И, в принципе, эта позиция должна быть безнадежна, но здесь Владислав как раз-таки проявил свои лучшие качества. Достаточно широко известно, что Владислав Чижиков очень хорошо обороняется в откровенно плохих позициях. То есть бесчисленное множество партий в наших турнирах он у меня выиграл. В тех случаях, когда по дебюту стоял совершенно в позициях безнадежных или близких к этому. Ну и вот здесь очевидно, что черная пешка должна пройти быстрее, но, как вы сможете увидеть, в итоге быстрее прошла именно пешка белых. То есть вот до этого момента черные играли неплохо, ну и вот здесь вот у них был форсированный выигрыш, но опять же, в принципе, Амира можно понять и простить, все-таки 4 секунды на часах, и такую вот геометрию можно и не найти. Ну, если бы черные ее нашли, то партия, безусловно, сразу бы закончилась, и даже все, скажем так, способности Влада к соскоку здесь не помогли бы. Ну, вместо этого Амир сыграл конь d1, такое ощущение, что просто зевнул, что у белых есть ответ конь c2. Неожиданно пешка e не проходит, а эта позиция уже равная. Дело в том, что коня с e1 сбить очень тяжело. Пришлось играть ладья a8, уже 7. Ну и здесь вот Амир как раз таки не проявил особого упорства в защите. Провел ферзя, и после ладья e1 ферзь, это ну совсем уж путь наименьшего сопротивления, больше шансов на спасение давала конь c3. Ну, а в партии белые просто провели нескольких ферзей, и на этом сопротивление черных закончилось. Ну и теперь барабанная дробь. Через буквально пару секунд вы сможете увидеть финальную табличку. И она вызывает некоторое недоумение. Дело в том, что два лидера, которые, в принципе, до последнего тура достаточно уверенно играли, ну, в последнем туре продемонстрировали менее уверенные шахматы, и я, в принципе, без особой борьбы проиграл Игорю Куделе, который благодаря этой победе поднялся аж на 4-е место, и сейчас в общем зачете Кубка Феникса располагается очень высоко, если не ошибаюсь, тоже на 4-м месте. Ну, а Антон Майдель, в принципе, не без проблем, тоже с позиции слабости, но сделал ничью с Евгением Шуваловым в эндшпиле с разноцветными слонами, и таким образом занял чистое 1-е место, одержав вполне закономерную заслуженную победу в этом турнире. В конце концов, не стоит забывать, что в личной встрече Антон меня одолел, причем уже 2-й турнир подряд. Ну, а Вова Михайловский опять же показал, что, несмотря на то, что со мной у него как-то не идет, многих других шахматистов он обыгрывает, и поделился на 2-е и 3-е место, немного уступив по коэффициенту Бугольц. Ну, вот, Артем, сейчас ты видишь табличку после после 9 туров по окончании турнира, что, кого бы ты хотел отметить? Ну, конечно, хотел бы отметить Александра Давидчика. Да, безусловно. Александр, во-первых, выполнил очередную норму кандидата в мастера Феникса. Ну, а во-вторых, 7-е место в таком составе, это, по-моему, блестящий результат. Он обогнал многих сильных шахматистов, даже некоторых мастеров. Да, он в каждом турнире занимает, скажем, 15-е или ближе к 20-му месту, стартовому, скажем, месту посева. Но, тем не менее, ему получается попадать, скажем, на правильных соперников и проигрывать в определенные моменты, совершать серии побед, и в итоге к 9-му туру оказывается в очковой зоне. Вот Артем поднял очень важный момент. Самое главное в наших турнирах – это вовремя проиграть. Если вы овладеете этим навыком, то будете не ходить. Ну да, то есть, он не находится в первой десятке стартовой, но тем не менее, что и в первом Кубке Феникса, что и во втором Кубке, ему удавалось в нескольких турнирах попадать в очковые зоны и попадать в заветный финал Б. А, собственно, это и является его целью, это участие в наших кубках и внутриклубных турнирах. Ну посмотрим, обзор пройдет чудо, Александр Кононов А. Да, ну по этой же причине можно отметить Дмитрия Полеваева, который также играл в 2 финалах Б и, скорее всего, если будет также успешно попадать в очковую зону, то попадет в 3-й финал Б. Ну посмотрим. Если честно, должен сказать, что третий Кубок Феникса, по-моему, еще сильнее, чем 2 предыдущих, и даже для шахматистов, которые прочно входят в топ-10, как видим, задача попасть в очковую зону в отборочном турнире далеко не проста. Но, опять же, примеров много, и мы не будем их упоминать. Я думаю, что в принципе, на этом видео можно закончить. Я надеюсь, что вам понравился этот обзор. Безусловно, с Артемом мне было намного проще и намного интереснее. Надеюсь, что вы тоже поддержите его участие в записи наших роликов. Этот обзор получился еще длиннее, чем предыдущий, он продолжается уже более 1 часа 22 минут, но надеюсь, что найдутся люди, которые все-таки досмотрели его до конца, и мы будем таким людям очень благодарны. Еще раз всем спасибо за внимание. С каждым турниром, извиняюсь, перебил, больше моментов, которые можно обсудить, и вообще приятно, что с каждым турниром все больше и больше людей приходят играть. С каждым турниром новые игроки также приходят и интересуются, мол, что за турнир с названием «Феникс», в котором участвует несколько 3000+, и вступают в группу, записываются в турниры. Ну, по мне, это очень приятный момент. Да, надеемся, что так будет продолжаться и раньше. В идеале ожидаем, что турнир будет усиливаться еще дальше, скажем так. Снова всем спасибо за внимание. С вами были Никита Петров и Артем Капустин. Всем спасибо.